Только в случае, если руководство поменяется, потому что то, что это руководство ни к чему доброму не приведет, это понятно, потому что даже есть законы космические, о которых говорят ученые, что когда накапливается вот эта критическая масса брака, ужаса, а мы каждую минуту посылаем в космос, в пространство, вот все вот это, и уже гнев пространства обрушится на головы этих людей, неизбежно, я не думаю, что... Ведь вот были в истории случаи, когда люди, совершившие какой-то такой глобальный грех, например, там, как убийство царя, известно, что ни один из тех, кто убивал, не кончил жизнь, как это сказать, ну уж я не говорю благополучно, а какие-то погибли насильственной смертью. Там еще. То есть закон бумеранга никто не отменял. Понимаете, и я думаю, что надо бы подумать об этом, этому упырю, простите, Порошенко, я смотрю, думаю, у него же дети, почему же он не боится, ведь грехи-то могут и на них обрушиться.